Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! И специальное предложение только сегодняшнего дня – это покрывало Хейли. С первого раза, как только произошла премьера этого покрывала, было распродано абсолютно все. Нам звонили, нам просили, и сегодня мы дарим вам еще и самые роскошные цвета. Ой, Леночка, я помню, как мы запускали эту коллекцию. Она очень понравилась. Брали по два покрывала. Угу. И даже все три цвета ложились в корзинку наших покупателей, потому что от этой красоты ну, просто невозможно отвести глаз. И коллекция эта премьерная в этом году. Очень понравились цвета. Наши авторские дизайны от российских художников. Слушай, очень приятно, что впереди у нас старый Новый год, 8 марта, свадебный сезон. Вот у меня буквально недавно, да, на Новый год приехала сестра с супругом. И ты знаешь, я честно работала, я не успела прибраться. Я понимаю, что у меня в комнате не убрано. Я застелила покрывало. Юля, сразу уют, сразу домашняя обстановка, сразу тепло. И я думаю, вот как меня покрывало выручило. Правда, без покрывала дом не дом. Такая нужная функциональная вещь. Это, конечно же, покрывало для вашей спальни. Это элегантный элемент декора для вашей гостиной. Это фланелевое покрывало, и это его главная особенность. Супер мягкость, очень хорошая, высокая плотность у нашего покрывала. Оно очень прочное и идеально подходит для того, чтобы, например, защитить вашу мебель. И еще это прекрасное демисезонное одеяло. Отличный вариант. Ну что, у нас, кстати, три цвета, давай знакомить. Прекрасная коллекция. Это авторские дизайны, то есть ваш интерьер будет индивидуальным. Это эксклюзивная коллекция от российских художников. Голубой цвет, нежный. И приятный. Угу. Теперь у нас с вами зеленый. Модные растительные орнаменты в 2019 году будут очень популярны, а значит, ваш интерьер идет ногу со временем. Так. Вот он, наш зеленый цвет. И, конечно, фиолетовый цвет гармонии, цвет творчества, цвет, который выглядит как дорогой бархат. Посмотрите, роскошно, вот действительно невозможно глаз оторвать. Вот мы с фиолетового и как раз и начнем. Ой, красота необыкновенная. Смотрите, у нас есть полутораспальные, двухспальные размеры, евро, евро плюс, односпальные. У нас сегодня целых 5 размеров, поэтому каждая семья выберет для себя такое прекрасное покрывало, одеяло, прекрасного помощника для красоты вашего дома. И только сегодня цена от 999 рублей со скидкой в 1200 рублей. Кстати, самое главное, акция сегодня при заказе нашего специального предложения дня покрывала Хейли и любого другого лота в нашем эфире. Внимание, бесплатная доставка, поэтому обязательно звоните и выбирайте. Юль, ты знаешь, у меня ощущение с детством, с настроением. Я помню, вот когда родилась моя дочка, вот это ощущение бархатных пеленочек фланелевых. Скажи, это тот же самый материал? Да, это фланель. Фланель вообще появилась в 17 веке в Англии, в России при Петре I она появилась. Фланель раньше согревала царскую семью, то есть такой богатый материал. Но именно покрывало из фланели появились не так давно и завоевали рынок. И очень понравились дизайнерам, поскольку это невероятная нежность, это приятная, мягкая, плотная, качественная, ворсистая ткань. Посмотрите, прикасаться к ней просто одно удовольствие. Нежность и мягкость. Вот мы сейчас видим как раз фактуру фланели. Потрясающе. Мне нравится, что фланель — это полотняное плетение толстых нитей, а значит, оно очень прочное, очень практичное, идеально подходит для покрывала. Ну и, конечно, окрашено оно, посмотрите, современными стойкими красителями нового поколения. Красота необыкновенная. Главное, не меняет ни в коем случае размер. Оно плотное, оно удобное, оно надолго сохранится в вашей жизни. Кстати, мы прогулялись в магазины и хотим показать вам цены. И вас они удивят. Смотрите, точно такое же покрывало. 2075 рублей. Односпальный вариант размера. Далее, 4416 рублей. Вот это да, в три раза размер. Да, собственно, цена увеличена. Далее, какие еще цены? 5-6 тысяч рублей. У нас от 999 рублей. Это просто невероятно. И при этом это редкая коллекция оттенков. Один раз мы ее показали, она очень понравилась, разлетелась во все регионы России. И сегодня вернулась с приятной ценой, чтобы вы смогли взять еще и на подарки уникальные авторские дизайны от российских художников. Голубой цвет, зеленый и фиолетовый. Самая нужная и полезная вещь в доме. Оль, Леночка, мне очень нравится, что у нас хорошая размерная линия. Она редкая, увеличенная линия.
У нас есть стандартные размеры. Так. Полутораспальные, двухспальные евро. Так. А также редкий односпальный кресельный размер. А значит, мы можем использовать такое покрывало, ну, буквально в каждом уголочке дома. Отлично, это прекрасный подарок, дорогие. Итак, я напоминаю, что это невероятная, мягкая, бархатная фланелевая покрывальца. Это и одеяло, это действительно многофункциональный вариант для вас и на подарки. Это мягкость, которую вы не забудете никогда. Это стойкие красители, которые ни в коем случае, с ними ничего не случится. Но главное, дорогие, сегодня выбирать по супер цене и получать бесплатную доставку при заказе нашего специального предложения дня и любого другого лота из нашего эфира вы получаете бесплатную доставку и настроение. Ты знаешь, кстати, вот что интересно, 7 января на Рождество к нам приехала тетя Нина из Волгограда, моя любимая тетушка, на 2 дня. Это знаешь, ну естественно, собственно, у нас небольшая квартира, и мама такое покрывало им дала в виде одеяла, потому что хорошо топят батареи и все. Тетя Нина говорит, слушайте, вообще красота необыкновенная, и сны снились приятные, и тепло было, и комфортно. Да, вот ты знаешь, мне очень нравятся тоже вещи, многофункциональные, универсального использования. И вот наше покрывало Хейли, оно не только из мягкой, нежной, ворсистой фланели, к которой очень приятно прикасаться, она еще прошла специальную обработку, она гладкая, антистатичная, но она еще и с наполнителем, и с увеличенной кассетой. Посмотрите, какие мягенькие у нас здесь стеганые ромбики. То есть там больше наполнителей, чем обычно. А значит, его можно использовать как уютное, приятное, теплое демисезонное одеяло или как гостевое. Но это еще не все. Покрывало это всегда порядок в доме за счет объемного принта, за счет наполнителя. Посмотрите, выравнивается поверхность вашего спального места. Вы защищаете постельное белье от пыли, от повреждений. Ну и, конечно, авторские эксклюзивные дизайны добавят изюминки в любую комнату. Например, вы можете на кресло, на диван, посмотри, Лена, как это красиво, задрапировать, отлично ложится по конфигурации мебели. Вот я сделала на уголок по-европейски. Сделайте это так же. И вы добавите яркого, а главное, модного акцента в свой интерьер в 2019 году. Но у меня к тебе очень быстро такой вопрос. Скажи мне, а синтепон не собьется при стирке? Как правильно ухаживать? Леночка, у нас здесь надежная стежка. Стираем мы дома при обычной стирке 30 градусов. Очень легко сохнет покрывало. Оно крепкое, надежное, на надежном канте и на стежке. Посмотрите, если вы практичная хозяйка, Хейли для вас. Ну что же, выбирайте многофункциональное покрывало, одеяло, все размеры, односпальный, полутораспальный, двухспальный, евро и евро плюс. Цены от 999 рублей. Не забывайте, при заказе сегодняшнего специального предложения дня и другого лота вы получаете бесплатную доставку и красоту. Я уверена, на десятилетие. Торопитесь, у нас количество товара ограничено.